11 февраля 1945 года. Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер, северо-западнее Бреслау, прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за 4 дня наступательных боев продвинулись вперед до 60 километров, расширив прорыв до 160 километров по фронту. При овладении городом Эльбинг войска 2-го Белорусского фронта взяли в плен более 2700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 35 танков, 35 бронетранспортеров, 200 орудий, 790 автомашин, 40 паровозов, 2 парохода, а также склады с боеприпасами, снаряжением и продовольствием. Противник потерял только убитыми до 5000 солдат и офицеров. За 11 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 43 самолета противника.